Как поддерживать одну скорость? Я вроде держу ногу на педали, но в какой-то момент понимаю, что еду слишком медленно или наоборот слишком быстро. Для новичка, для него еще вот эти вот миллиметражи на педали газа очень сложно прочувствовать. Если еще осенняя, весенняя или зимняя обувь с толстой подошвой, это еще сложнее. Новичок, он скорость по спидометру тоже еще не контролирует. Это нужна привычка. Соответственно, вот он нажал как-то газ. И он смотрит на дорогу, он не понимает пока, скорость падает или нет. Он это уже понимает, когда она совсем маленькая. Или ему инструктор говорит, ты что так медленно едешь, давай газу. И нужно газку-то нажать 2-3 миллиметра и подождать 2-3-4-5 секунд. И машина прибавит. А ученик-то, ну надо газку так газку. Он 2 сантиметра шлеп. Естественно, машина медленно набирает скорость. Вы скорость не контролируете. Соответственно, вы не понимаете, что она так разгоняется. И это вы уже понимаете, когда она мчит реально, она когда уже реально мчит, или когда вам опять-таки инструктор, рядом сидящий там водитель, который за вами бдит, уже говорит, ты куда так несешься-то, блин, давай сбрось-ка газу. И ученик не понимает, что за фигня-то. То много, то мало. Чтобы научиться контролировать скорость, во-первых, учитесь чувствовать педаль. Я понимаю, что для многих это слова, да, как научиться. Обращайте внимание на спидометр. Есть разрешенная скорость 40. Вот если вы будете примерно смотреть на спидометр периодически, то есть когда мы распределяем внимание, мы смотрим вдаль, мы смотрим дорожное полотно, дистанции, в зеркало, и в этот же список должно входить контроль скорости. Надо вам двигаться 60. Раз вы едете 70, вы же понимаете, что нужно с газ приотпустить. Если вы его совсем отпустите, скорость будет падать, скажем, торможение двигателем. Да? Вот. Она нужно расслабить чуть-чуть. Нет эффекта, еще чуть-чуть расслабить. И когда вы будете периодически смотреть на спидометр, зная, с какой скоростью вам нужно ехать, вы быстрее, гораздо быстрее научитесь контролировать скорость правой ногой, она быстрее научится чувствовать педаль газа, когда вы не контролируете скорость. Поэтому, вот по моему мнению, это, во-первых, есть у всех поголовно поначалу, но чтобы быстрее научиться контролировать, вот смотрите на спидометр периодически.